Всем привет! Моя постоянная рубрика распаковки и обновки. Одна посылка с почты, вторая с деком. Причем с деком не знаю что. Не знаю, как китайцы умудряются недорогие вещи отправлять еще и с деком. Так, начнем с посылки, которую я знаю. Она была отслеживаемая. Ну, по времени доставки все как бы ожидаемо. Там, в районе месяца, может, чуть меньше. Так, это газовая горелка, зажигалка. Так, для домашнего использования. Сейчас, минуточку. У меня зажигалки люблю много. Сейчас осталась вот такая вот. То есть это как бы что-то подпалить, нагреть ту же термоусадку. То есть она фиксируется, то есть... Зафиксировал? Ага, не зафиксировал. А, в другую сторону. То есть и все можно поставить, и что-то на дне подпаливать. Но она поменьше, и она осталась последней. У меня было несколько подобных штук разных. Одна сломалась, вторая еще где-то потерялась. Короче, решил, чтобы для домашних нужд эту как походную использую. Там для костра, для пикников. Это будет домашняя. Так, ну естественно она без газа. То есть газ регулируется вот здесь вот. Меньше, больше. Это у нас, да, фиксация. А, это фиксация, чтобы лок закрыто, чтобы случайно не нажать. Все понятно. Так, а фиксация в таком положении есть? Нету. Что-то у меня на руке. Так, это плохо. Регулировка. Это, ну, и так стоит. Ну, вот еще и подставка для большей устойчивости. Так, то, что нет фиксации в рабочем состоянии, это, конечно, плохо. Попробую сейчас заправить газом. Ну вот, заправил газом. Здесь как-то странно. Несколько емкостей, как будто бы. Одна в одной. Как будто их там 3 или даже 4. Потому что разные уровни. Ну, вам не видно. То есть, работает хорошо. Так, посмотрим. Увеличить газ. Уменьшить. Ну, регулировка небольшая. Маленький. Средний. Ого. Не играйте, дети, с огнем. Особенно в доме. Ну, прикольная штука. То есть... Вот эта подставка теряет смысл, потому что смысл в том, чтобы ее включить, зафиксировать. О, работает фиксация. Вот так вот. И двумя руками можно было что-то раз, там, не знаю, подделать, подплавить. Не знаю, может, для пайки каких-то легкоплавких металлов, там, не знаю, золото, серебро, медь и так далее. Ну, короче, ага, так вот не отщелкивается, нужно... Вручную. Сколько она работала? Ну, вроде рука терпит. Нагрелась, но не сильно. Вот такая вот обновка. Ссылка в описании. Если найду на эту зажигалку, то тоже дам. Но этой у меня уже очень много лет. Спасибо за внимание и пока. Пока-пока.